Всем большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. И наконец-то у меня новый влог. Что-то я тут маленько задержалась, хотя должна была уже выложить на этой неделе влог. Но, в принципе, он на этой неделе и выходит, только с небольшой задержкой. Как обычно, влог одного дня. Мне, в принципе, понравилось именно снимать влог в таком формате. Это для меня намного проще и меньше, мне кажется, возни вот с этими снимать видео несколькими кусочками, потом соединять. И каждый раз это мне надо раскладывать и фон, и декор, и записывать, что я хочу рассказать, все раскладывать, потому что если это сейчас у меня все видно, что у меня тут фон и декор, то у меня тут по левую сторону куча-куча всего, плюс по правую сторону лежит ежедневник, в котором все записано. То есть довольно-таки уходит много времени. Решила все-таки пока поснимать именно в таком формате, а там далее будет видно и понятно. Так, что хочу рассказать. Готовые работы у меня есть несколько штук. Кстати, хочу сразу с них начать. У меня не так давно, неделю назад, вышел мастер-класс по смайликам. Брелки, смайлики. И вот у меня, пока я вязала эти смайлики, точнее снимала этот мастер-класс, у меня связалось несколько смайликов. Первый такой у меня смайлик. Это смайлик обычный, в наушничках, но они маленько другие. У них глазки расположены по-другому. Я решила показать, как все-таки можно экспериментировать. И не хотят у меня стоять никак. И вставлять глазки в разных... По-разному. Вот это у меня был первый тот смайлик, который в наушничках. И два у меня вот таких. И они все, получается, слегка разные. То есть здесь поближе глазки, здесь подальше, здесь вообще повыше. Но вот такие смайлики. Вяжутся они довольно-таки быстро. Мастер-класс, ссылку на мастер-класс я вам оставлю внизу под этим видео. И также еще вот такой у меня смайлик. То есть у меня было связано два смайлика в наушничках и один смайлик вот такой. И получается у меня теперь их 5 штук. Но я думаю, что надо еще повязать. Маленько хочу других повязать. Хочу еще повязать, знаете, разноцветных. В виде желтый я хочу повязать девочку с косичками. Потом хочу повязать розовые. Возможно, типа сердечком, наверное, попробовать. И еще хочу повязать... Тоже в виде смайликов, только, ну, как они не смайлики, по типу смайликов. Как объяснить теперь? У меня в голове эта картинка стоит, кого я хочу повязать. Ладно, потом как-нибудь объясню. Такие зелененькие свинки, игра еще есть детская. Так, пошла у детей спрашивать, как игра называется. Все, уточнила у детей. Игра называется Angry Birds. Пошла у деток, спросила. Ну, помнишь же, как игра называется? Сама даже в нее играла. Вот, и там есть эти свинки зеленые. Я хочу вот в виде, тоже в виде брелков, в виде смайликов круглых повязать таких вот, возможно, свинок. Ну, это пока просто идеи. Так вот записала в блокнот. Ну, возможно, повяжу. Так, все, по брелкам я рассказала вам. А далее у меня только два единственных процесса, которые у меня получились такие долговязые. Вот сегодня как раз сидела, думала, сколько я уже времени вяжу мини. Да, мини я до сих пор не довязала. Все-таки мне этот черный цвет, меня прям вот он, я не знаю, меня он утомил сильно. И как-то она у меня мини вяжется долго именно из этого черного цвета. Я вот сегодня повязала часть ноги. И все, отложила в сторону. Но вот сейчас покажу. Я вам, по-моему, показывала в прошлом влоге, что у меня связана была голова, оформлена и тельце. И теперь у меня уже готово платьице. Вот такое вот платье. Платьице у меня готово. Надеюсь, мне хватит пряжи. У меня еще пряжи осталось не так уж и много. Но все-таки есть. И вот я хотела заказать этот моточек красный, но никак вот на всех сайтах, на которых я хотела заказать, его нету.
Вообще нигде нет 90-го оттенка джинсы. Везде есть только Cotton Gold, и то не на всех сайтах. Cotton Gold есть. Но вот не дозаказала. Я все-таки сходила в местный магазин, докупила еще пряжицу. И как раз думаю, что мне кажется, что они похожи. Но это не точно. Вот сейчас вот смотрю по цвету, все-таки, наверное, вот этот более... Это Cotton Gold 56, кстати. Мне кажется, он намного чуть-чуть посветлее. Ну вот я думаю, что мне, скорее всего, на бант не хватит, и придется мне вязать из этого моточка. Вот столько у меня уже осталось, потому что у меня уже связаны еще две ручки, вот такие вот. Единственное, что меня смущает в этих ручках, у меня здесь, получается, ладошка, она набитая, вот эта часть тоже набита, а вот здесь нет. Ну, не знаю, будет как бы по мастер-классу так идет. Вот так вот уже более симпатично смотрится. Ну, ладно, я хотела еще на проволоке сделать эту ручку, но потом что-то не стала. Думаю, ладно, не буду делать. И вот смущает меня эта пустота. Я не люблю, когда вот какая-то большая деталь, и она будет пустой. Ну, вот так ничего. Так симпатично вроде. Ну, ладно, посмотрим. Раз много кто уже вязали, я думаю, что... Это нормально, это просто мои какие-то придирки. И связана у меня еще одна нога. Вот такая вот ножка. Здесь она тоже полая. То есть там ничего не будет холофайбера. Осталось мне связать на эту ножку часть, получается, ну, часть, наверное, панталончиков, наверное, вот этих белых. И туфлю. Туфля вяжется тоже отдельно. Они, получается, съемные, наверное, будут, если их только не пришивать. Я еще не смотрела там по мастер-классу. И вот этот черный цвет, вот я сегодня довязала вот эту вот часть, пришила, и все. Я прям отложила, больше не хочу вязать. Меня прям этот черный цвет прям, я не знаю, добивает. Ну, как-то я, походу, прям подустала от него, наверное. Все-таки связано две игрушки полностью практически из черного цвета большинство. Плюс я еще вязала тигра. Там тоже черный цвет присутствовал. Охота. Или просто весна на меня так действует, а охота уже каких-то ярких красок. Ладно, вот скоро у меня она уже довяжется. Надеюсь. Надеюсь, довяжется. Так, по мини я вам рассказала. По Горынычу я хорошо прям так продвинулась за это все время. Единственное, что мастер-классы вообще такой, знаете... Он не тяжелый сказать, но он и не легкий. Он такой трудоемкий. Я вот сейчас покажу, как у меня уже выглядит деталь. Так, это у меня ноги будущие будут, лапы нижние. Вот так вот у меня уже выглядит три головы. Здесь еще надо все расправлять, потому что оно все равно все лежит. И еще я не сделала зубы. Вот, получается, это у меня первая вот голова, это у меня вторая, третья, тут уже шея, они все на проволоках. Так, вот эта вот голова, вот эти две болтаются, потому что ноги еще не это, потому что эти две головы, они идут, эти две ноги идут вот от этих двух голов, которые вот по бокам, а вот от этой головы идет хвост. Вот такой уже хвост связан. Такое тельце, пузико. Довольно-таки, знаете, такая прям вот работа. Не сказать, что тяжелая, но и нелегкая такая вот, кропотливая. Особенно из-за того, что здесь находится проволока. Вот здесь, где хвост, очень тяжело было вязать. Наверное, вот начинает примерно отсюда. Еще плюс это надо же поднабивать, и там еще проволока. Вот здесь было вообще, конечно, самое ужасное вязание. Тяжело было вязать. И все, у меня закончилась пряжа. У меня остался вот такой вот клочочек пряжицы. Я знала об этом, что мне не хватит, потому что в мастер-классе русским языком черным по белому написано... Основного цвета 150 грамм. Я взяла моток Cotton Gold 100-граммовый. Но я так подумала, что я, скорее всего, съезжу в местный магазин и докуплю эту пряжу. Приехала, зеленого цвета именно такого нету ни в одном, ни во втором, ни в третьем магазине. Но у меня есть моточек еще вот этот, вот, который пришел мне, как бы сказать,
не с тем оттенком, но это тот же самый оттенок, что и этот, просто вот лот другой, и так вот он сильно отличается. Я думала, что я все-таки им довяжу, но нет, все-таки вот даже вот тут видно, что не буду я им довязывать. Плюс я еще сделала недавно заказ все-таки на пряжу, и мне ездит как раз томаточек, и надеюсь, что он будет именно вот такого оттенка. Но нет, буду, значит, еще где-то заказывать, а с того моточка я вязать не буду. И мне, в принципе, тут осталось немного, мне осталось связать нижние лапы, верхние. Это вот как раз из этого оттеночка. То есть у меня даже 150 грамм не уйдет с моей плотностью, наверное, вязания. Получится меньше. А остальное все тут, по-моему, шипы. И вот на хвост вот это вот все. Оно... А на крылья еще, да, чуть-чуть, наверное, уйдет на крылья. А остальное все будет вязаться как раз вот из этого темно-зеленого и светлого оттеночка. Ну, вот такой вот у меня Горыныч уже получается. Мне нравится, конечно, игрушка. Интересно вяжется. И я тут вчера, кстати, купила еще один мастер-класс у девочки. Я просто вбила как-то в Google вязаные игрушки мастер-классы. Ну и думаю, посмотрю какие-нибудь интересные мастер-классы. Думаю, вдруг в бесплатном доступе есть. И тут я вышла что-то на Facebook. Я там зарегистрирована, но у меня там ничего, я ничего никогда не выкладывала. И зашла на Facebook, увидела у девочки мастер-класс. Она еще в том году выкладывала на бегемотик Мота. Там такой класснючий бегемотик. Я оставлю ссылку, но если кому надо будет. Прям здоровский. Я вот очень сильно хочу его повязать. Думала, с какого цвета хочу повязать. Все-таки решила начать его вязать 76 оттенка джинса. С моего любимчика. Но у меня его неполный моточек. И мне идет в том заказе, который я сделала, еще два моточка. И вот буду я, наверное, как раз вязать из этого цвета. Так, маленько я отвлекалась. Так, остановилась на том, что буду я вязать именно 76, который как раз мне идет в новом заказе. Тут у нас уже солнышко вылезло, пока я отвлекалась. Вот. И плюс а мне еще нужен желтый оттеночек, а желтый 216 я не хочу использовать для этой игрушки, хочу 110. И вот 110 ярко, как раз ярко-желтый мне идет. Вот. Все рассказала. Также я тут сделала небольшую закупочку, совсем мизерную. Купила вот такой вот Ярнар джинс, 0,7 оттенок. Хочу повязать брелки в виде рожков с мороженым. Или вот рожок я еще находила. Рожок и типа мороженое в виде миньона. Ну вот я вот как раз нашла, потому что на сайте, где я заказывала, его не было, а вот у нас в местном магазине был. Кстати, заехала в местный магазин, думала, там у нас, по-моему, по 105 рублей был джинс. А думала еще, думаю, скорее всего, подорожал, потому что последний раз, когда я покупала, это было в январе или феврале, в местном магазине я покупала эту пряжу. Нет, тут зашла 90 рублей. В принципе, если вот так вот что-то совсем необходимое, если есть этот оттеночек, то можно купить 90 рублей. Ну и также, как я до этого показывала, купила пряжу Alize Cotton Gold 56 оттеночек красный. Это вот для мини, если не хватит. И плюс еще для Божьей коровки, которую я купила тоже вот не так давно. Тоже платный мастер-класс. Вот, буду тоже вязать после того, как довяжу кого-нибудь из этих. Скорее всего, наверное, я не знаю, кто вперед свяжется, мини или дракоша. Не знаю. Вот, как-то так. А также я еще себе купила холофайбер. Я поняла, что я тут посмотрела по своим записям. В начале января, 3 или 4, наверное, 4, по-моему, января, я покупала холофайбер килограмм. И он у меня закончился. То есть у меня вот за январь, февраль и март закончился холофайбер. Я съездила еще раз, купила. Я, кстати, покупаю вот такой вот холофайбер. Супер пух. То есть он экологически такой чистый. Он стоит, конечно, не дешево. Килограмм 420 рублей. Они идут в виде шариков. И вот
кстати, это у нас не так далеко от меня, вот в Новосибирске делают. Мне нравится этот холофайбер, тоже вот купила килограмм холофайбера. Так, по именно вязальным у меня, в принципе, ну почти все. Хочу показать вам не блокнотики, а обложки для блокнотиков, потому что сами еще блокноты у меня не готовы. Я тоже ждала, пока мне придет бумага, закончилась бумага и пришлось дозаказывать. И пока у меня готовы только вот сами обложечки. Это у меня один заказ для одного, для одной вязальщицы. Она сделала один заказ на два блокнотика. Вот такие вот блокнотики. Здесь с термотрансферной картинкой. Один золотой фурнитурой. Вот так вот выглядит. И второй серебристой фурнитурой. Долго останавливаться не буду. Они мне еще это недавно только проклеились, так что поскрипывают, их надо размять. И еще я сделала как раз заказ. Мне надо было заказать вот для этого блокнота надпись именную. И я сделала еще заказ термотрансферных, ну, чтобы мне не было так уж, чтобы лишний раз не платить за доставку, сделала еще один небольшой заказик. Вот, хочу показать, какие теперь у меня есть еще наклеечки для блокнотов. Вот, заказала такую хорошую идею, начинается с хорошей пряжи. Потом две вот таких блокнот-вязальщицы. Хочу сделать маленькие блокноты для вязальщиц и тоже поменьше формата блокнот для образцов пряжи. И вот заказала плюс два сердечка, скорее всего, к этим. Вот такие вязальные, наверное, вот к этим будут. И все в жизни связано. Или вот к этим, потому что тут тоже золото и серебро. Ну и плюс, конечно, мне еще положили, как обычно, всегда подарочек. Это очень здорово, приятно. Все в жизни связано. Вот такая надпись. И вот здесь вот такие вот два моточка. Вот. Небольшой заказик. Пришлось мне сделать заказ за надпись. И в итоге еще подзаказала себе наклеечек для новых блокнотиков. Так, ну и последнее, что я вам хотела рассказать. Я тут решила начать читать. Да, жизнь все меняется, пора менять. Вот, я как бы давным-давно, очень давно читала раньше, но потом с рождением деток уже как бы не особо тут времени не было. Ну и все, и потом совсем это все забросилось, и тут я решила маленько все-таки почитать. Тут все у нас тут меняется в нашей семейной жизни. Но все к лучшему, все к хорошему идет, конечно. Ну, вот я решила почитать. И нашла я у себя вот такую вот книжку. Я как-то, наверное, по-моему, в 2014 году, когда вот у меня как раз должен был родиться младший ребенок, перед тем, как он родился, младший сын, и я покупала книжки, по-моему, тоже там насчет беременности, вот этого всего, что-то мне там надо было почитать срочно, хотя у меня уже был старший ребенок на тот момент, но мне надо было. И плюс покупала еще детские книжки старшему сыну, и положили мне в подарок вот эту книжку. Я не помню, где ее заказывала, эта книжка еще 2000, по-моему, да, 13-го вот года. Клуб семейного досуга. Наверное, я там и заказывала. Честно, не помню. Вот я в последний раз там и заказывала. До этого я несколько раз делала заказы. И вот, думаю, дай-ка я почитаю. Вот такая вот книжка. Это старая сказка. Пока я еще только начала читать. Я вот здесь, где я читаю. Вот. На 17-й страничке. Я уже просто сюда переложила. Вот здесь. Читала, вот, начала читать. Вот, так что еще у меня появилось одно занятие такое интересное. Думаю, что я все-таки ее скоро прям начну читать. Я только вот буквально пару раз, по-моему, прочитала, и то так, мельком. Но надо садиться, надо читать. Все-таки решилась на чтение. Так. На этом у меня все. Вроде я все рассказала по плану, посмотрела. Да, все рассказала. Вот. На этом у меня все.
Теперь я буду, наверное, с вами прощаться. Увидимся с вами в следующих влогах. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.